От, до речі, розвідка сьогодні буквально повідомила, що Лукашенко ще не прийняв остаточного рішення, чи буде він наступати повноцінною війною в Україну, чи не буде. Вочевидь, він ще поки не розуміє або чекає, можливо, тієї ж поразки Путіна, про яку говорять, що це все-таки може бути. Чого може, він чекає? Сьогодні все, що угодно. Ми давно в Києві не просипалися від взривів. Сьогодні ми проснулися від них. Не прекращаются постоянные бомбовые удары по всей территории Украины. Не перестают погибать женщины, дети, старики. Мы думали, что такое возможно в 21 веке? Нет. Поэтому может быть все, что угодно. То, что он не принял решение, здесь я вот уже в самом начале сказала. А это человек, которому день простоять, да ночь продержаться, потому что Путин от него требует одно. Инстинкт самосохранения, скажем так, другое. И более того, пару дней назад, когда я смотрела его, а я по роду своей деятельности, я работаю с новостями, обязана смотреть, да, как политический обозреватель. Я посмотрела его последнее совещание, где он разносил своих там чиновников, да, свору прикорытную. И я увидала то, чего я не видала давно. Я увидала в нем вот эту царскую уверенность, которая была до 2020 года, когда власть его сильно пошатнулась, и когда он разговаривал с подчиненными уже на уровне «не предавайте». Ну, вы же понимаете, что я у вас такой один. И это было достаточно долго. И не Путин ему эту уверенность давал. Путину наоборот. Путину всегда был выгоден слабый Лукашенко. А тут вот прям как будто все вернулось. Как будто он смог откатить назад. И в этот момент я задала себе вопрос. Саша, а ты с кем договорился? Что? Это ж точно не Вова. Вова все. У Вовы такой бардак уже в его ведомстве, что полное его разваливание, я сейчас говорю именно про Кремль, а не про всю Россию, потому что там вопросы, как это там все будет дальше, мы не знаем. Но это действительно вопрос времени. То есть у него уже на верхних этажах протекает. И тут я подумала, что, ого, значит, возможно, я же, у меня нет такой информации, что Лукашенко удалось договориться не только с международным сообществом, так сказать, что его не будут трогать, но и, возможно, с Киевом, потому что больше всего он боится Киева. И в этот момент я, честно говоря, выдохнула по одной простой причине. Это бы говорило о том, что не зайдут белорусы с севера. Но сегодняшний день многое из этого поправил. Насправді, да, я пам'ятаю, була інформація, що Лукашенко буде шукати якісь шляхи, з ким би ще домовитись, тому що він розуміє, що буде йому в разі краху режиму Путіна. Ніхто не буде за ним стояти і оберігати його. І навіть була інформація, що він нібито на Заході шукає, з ким би можна було б домовитись. Як думаєте, чи зміг би він з якимись західними партнерами про щось також поговорити? Ні, так він це робив завжди. Він не переставав це робити, навіть в то час, коли питав людей. Просто с ним уже никто не разговаривает. Ну, то есть Макея, может быть, где-то еще кто-то принимает. То есть какие-то, понятно, что подковерные разговоры идут. Господи, с той же Австрией. Сколько денег закопано австрийских на территории России и Беларуси? Сколько отмыто? Сколько всего понастроено? Сколько инвестиций? То есть понятно, что кто-то с ним разговаривает. Но официально ему же уже руки никто не подает. Вот это важно. Ну, кроме таких же диктаторов, как он. ОДКБ где? Как там? Братская нерушимость, нерушимое братство, да, сильно обрушено последнее время. Уже даже Кыргызстан уже сказал до свидания. То есть у них ничего нет. Никакого братства нерушимого. Все побежали. И, соответственно, когда вот мы обратили внимание, те, кто хорошо знает, да, давно следит, скажем так, за тем, как ведет себя Лукашенко, я была уверена, что все-таки есть какие-то, он получил какие-то гарантии. Вопрос гарантии чего, от кого, но он сильно смелый стал, он давно таким не был. Причем даже не смелый, уверенный, понимаете, вот прям уверенный. Но вот сегодня он просит проведения заходов контртеррористичного характера. Это интересно, что это за заходы могут быть со стороны Лукашенко? Слушайте, ну у него 4 позиции и карты. Ну, давайте мы не будем всерьез воспринимать его горячечный бред. Это все те же 4 позиции и карты.
И я же говорю, меня больше всего напрягла его фраза, сейчас попытаюсь вспомнить почти дословно, что Украине типа смертельно опасно, да, нападать на Беларусь, но этот процесс уже пошел. И да, вот, да, было такое. Это звоночек, знаете ли, такой звоночек. Хотя, может быть, это очередной блеф, к которому его принуждает тот же Путин, потому что блефовать-то этот парень гораст. А на самом деле что-то сделать, это абсолютно не в его интересах.